Виталий. Я приехал из Ирландии сюда. Первый раз я на этих технопарках. Я был на Инотрансе первый раз. Когда первый Инотранс был, мы как раз проверяли вместимость, сколько человек войдет. И как раз это попал на видео. Это мы за 27 человек ушло. 5 лет я в компании, то есть с самого начала еще. И тот момент, когда начиналось все желтого, черно-желтого офиса, превратилось сейчас именно в то, что вот мы сейчас видим. А как оцениваете развитие компании в целом? Ну, это просто гигантский скачок, потому что за 5 лет из просто идеи, по факту, из идеи мы уже превратились в огромную компанию с многотысячными инвесторами и реальным транспортом, который сейчас существует. Global Star Club. Возможности безграничны.